В Люберцах продолжается ремонт многоквартирных домов в рамках программы капитального ремонта. В этом году генеральный подрядчик в округе – Люберецкий жилищный трест. Владимир Ружицкий оценил качество работ в доме по Октябрьскому проспекту. В Люберецком округе выполнено уже 40% запланированных на этот год работ по программе капитального ремонта. Главная особенность текущего периода – все мероприятия проводятся силами одного люберецкого генерального подрядчика. Первый год мы замучились от тех людей, от тех профессионалов, в кавычках, как они выполняли работу на нашем жилом фонде. Никто лучше нас не сделает. Вот уже сантехник этого же дома, он же работает, ему для себя легче и фасады, и начальнику ЖЭУ. Как проходит капитальный ремонт дома номер 209 по Октябрьскому проспекту, проверил глава округа Владимир Ружицкий. Я оцениваю, что работы выполняются качественно, достаточно в срок. На просторах Московской области, по сути, мы единственная территория, единственный там городской округ, район, по сути, где мы своими силами, у нас свой генеральный подрядчик, где мы сами ремонтируем. Кстати, сами рабочие – люберчане, сертифицированные специалисты. Изначально я как простой разнорабочий работал, а потом в дальнейшем я получил паспорт альпиниста, проходил кучу экзаменов. В принципе, я стремлюсь к тому, чтобы стать мастером. На ремонт многоквартирных домов в округе выделено порядка 320 миллионов рублей из фонда капитального ремонта Московской области. Из них около 110 миллионов пойдут на замену лифтов. В планах сегодня заменить порядка 55 лифтов на территории городского округа. Поэтому все в таком режиме плановом, но мы опираемся всегда на мнение и обращение жителей. В 2018-2019 годах в Люберецком округе планируется провести капитальный ремонт 113 многоквартирных домов. Работы проведут на кровле и фасадах, заменят лифты, внутридомовые инженерные системы и системы электроснабжения. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.